Всем-всем привет, друзья! С вами Валентина. Друзья, хозяйство покормили, уселась на 10-минутный перерывчик. Выпить чашку утреннего чая. Кто со мной пьет чай, всем или кофе, всем приятного аппетита. Я кофе пью очень редко, потому у меня чай. С хозяйством мы уже управились, как я уже сказала. Какие планы на сегодня? Я всегда планирую свои планы и потом стараюсь их выполнить. Учитывая, что у нас Машка, бум Машкарины не прошел, особенно у нас хозяйство, потому у нас этой Машки, видимо, невидимо. Добавился еще комариный бум. Поэтому сейчас побежим на огородик. Сколько сможем, столько хоть немножко выхватим. Хотя бы на полчасика или на часик. Побрызгаемся брызгалкой своей от комаров, от Машки. В хозяйственных магазинах у нас везде продают такие брызгалки специально от комаров и от Машки. Но они очень дурно пахнут. И аж сам травишься, такое впечатление. Но ничего не поделаешь. Приходится брызгаться, чтобы что-то сделать в огороде. Я, наверное, полезу. Там у меня кусочек морковки еще не прорванный стоит. Прорву ту морковку. Может, щавелек какой-то, если зашел. Немножко постараюсь достать с травы. А муж хоть немножко пойдет подгорнет картошечку. Будем уже подгортать начинать. Ну вот, друзья, если жара быстро на нас там прижмет или комары придавят, что-то нам помешает хоть немножко там поработать. У нас и дома работы хватает. Ну, в такое время солнце поднимается, мы на солнце среди дня мало стараемся находиться, работать. Поэтому у нас и дома работы много. Я вчера поснимала тюль со спальни, вымыли окна. Муж сейчас помоет тогда жалюзи. Я поглажу тюль. После огорода это все будем делать. Сначала на огороде хоть немножко, сколько сможем. Потом муж придет, постирает, помоет жалюзи. Я поглажу тюль, повешаем. Наши спальни будут в порядке. А вот я сейчас сижу в зале. Это зал. Так здесь нам срочно нужно делать ремонт. Не знаю, посмотрим. Может, соберемся силой духа и этим летом все-таки сделаем в ближайшее время. Вот так, друзья, такие планы на сегодня. Пойдем их воплощать в жизнь вместе с вами. Пойдемте с нами на огород, дорогие друзья. Покажем вам, какую мы уже ягоду кушаем. В этом году уже поспела, какая ягода. Вместе с вами повесим тюль мне. Погладим. И дальше смотрите мое видео. Кто не подписан, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии. Обязательно, друзья, ко всем зайду по комментарии. Все, друзья, продолжаем смотреть дальше видео. Не выключаемся. Друзья, здесь у меня начинает сходить щавель. Бурячок подрастает, свекла красная, там дальше немножко морковки, сегодня прорвала ее, ой, ребята, рвать практически что-то невозможно, наклоняться, машкара заедает, лезет везде, везде, через двое штанов, через трое не дает покоя. Сегодня вот начали подгортать
Картошечку мы. Я пока там возилась на мелочевке, муж вот этот кусочек подгорнул. И решили остановиться. На этом хватит. Пока солнце не сильно печет, только с утра выходим на огород. Вот бывает до 10, бывает до 11, а если даже солнца не будет, то можно и до 12. Вот снимаю, невозможно снимать. Комары сразу едят все руки, пальцы и все объедает. Я не знаю, вместо мошка еще не закончилось. Пошли комары. Это какое-то нашествие. Здесь тоже картошка у нас везде. И там картошка. Тут картошечка та, которая вот отсюда где-то. Она меньше немножко по размеру. Та, которая два раза уже подмерзала. Тоже будем полоть и сразу подгортать. Это что-то интересное у меня на капусте. Вот капусты посадила рядочек. Такой, а не пойму, она вся в дырочках стала. Полностью вся дырочка. Мошка какая или жучок, я ничего не вижу. Смотрю, смотрю, или это мошка ее поела, это которая и людей ест сейчас. Не пойму ничего на ней. Редисочки, наверное, еще нету. Есть, но сильно маленькая еще, совсем-совсем маленькая. Ребята, у нас уже появляются первые ягоды. Не появляются, уже есть. Сейчас вам покажу, что. Мы уже кушаем свежие ягоды. Сегодня 24 мая. Мы уже с ягодами. Вот у меня два таких кустика небольших жимолости. Вот эта жимолость называется черный великан. Вот она. Она только-только начинает спеть. Черный великан. Вот они. Вот она. Вот такие вот ягодки. Вот такие вот ягодки мы уже кушаем. Но это черный великан, она немножко позже спеет. Я ее рву. И в сахаре, немножко пересыпаю сахаром, и в морозильник. Дочка заценила. А это жимолость. Немножко поменьше, она меньше размером. Но ее очень много на кустах. И она вон вся спелая уже. Ее нужно срочно обрывать. И в морозильник складывать. Вот разницу в ягоде видно. Очевидно, разница в ягоде, конечно, в размере. Как бы сорвать спеленькую, не хочется рвать зеленую. А так неудобно держать. Ну вот, видите, какая та по размеру, какая та. Это три ленинградский великан. А это вот, забыла, как она называется, другая. Но она ранняя. Она уже у нас вот вся... Видите, спелая почти не вся, но много очень. Так что мы уже кушаем первые ягоды. Комары ж не дают ни снимать, ни поднять куст, ничего, лезут везде. Так что, друзья, вот такие вот у нас уже ягодки. Лилейник начинает, друзья. Пионы набухают, почки. А лилейник оранжевый тоже идет. Красный пока молчит. Там красный лилейник. А вот оранжевый такой начинает расцветать. Красота!
Что это? Кто знает, друзья? Кто может написать, что это такое за растение?